Посмотрите, какую Настя сделала Алисе причесочку. О. Открою. И сейчас хочет ее раскрасить. У нас есть вот такие карандаши. Открывайте. Алиска само утро хотела открыть этот набор. Розовый, да. Вот, 4. Ух, и прическа, ничего себе. С 4 косичек. Алиса, сейчас тебя сестры раскрасят. Вдвоем. Не снимаю. Не снимаю. Ой, не, я думала одну косичку одним цветом. Зачем ты так? Не да нет, это чересчур будет. Я же специально 4 косички сделала. Синьки. Нашли себе игрушку. Что я сделала, если она хотела его открыть. Если уже открывать, то дело. Может, и вас распишем? Не, не, не. Давай. Давай, Катя. Вдруг красиво получится. Уже представляю комментарий. Казалось бы, при чем тут Украина? Ага, я думала, что она просто тут будет розовым красить. Ты что? Я стала желтой. Но я не хотела, чтобы как так такая, ты было. Сильно нажимаешь, и из косичек волосы вылезают. Они и так вылезают. Ну, у нас тоже не вылезают. Что, прикольно. Ну да. Главное, чтобы Алиска высидела. Да высидит. 4 косички плела, высидела. Так вот, уж уже надоело, наверное, сидеть. Я уже почти закончила. Она там тоже обрисовывает. Тебе надо было вот этот розовый брать, он ярче. Давай розовый. Так она же берет его на другую сторону. А. Ой! Возьми, посмотри, какой цвет. Бери фиолетовый, Алисочка. Белый. Бери фиолетовый. Обманули. Сейчас папу пойдем удивлять. Папа не знает? Вот, я думала потом все эти 4 цвета просто в хвостик и сделать его разноцветным из этих 4 цветов. Синий, тут желтый, тут красный. А покажи, как у тебя. Ты просто так резко не делает. Немножко потихонечку, да. А потом отмывать будем Алиску. Пока купаться будет в ванной. Смотри, я тут хвост разделила на 2, а потом 2 делишь еще на 2 и красишь. Ну, так же, как косички тут, короче. Ладно, я пока заканчивать уборку. Уже очень много убрала. Вот это все уношу в кладовку, это не нужно. Вот это все осталось разобрать. А здесь у меня уже порядок. У меня появился шкафчик с пазлами, куда я все пазлы запихнула. Появился шкафчик с мозаикой, где тоже... Все такое. А эти шкафчики, в которых был пластилин раньше, теперь выглядят вот так. Тут Монтессори. Пора нам этим заниматься уже. Тут у нас вот эти штуки. Алиса их очень любит. Там такие камушки, резиновые вот такие камушки. И картинки. А вот это, кстати, развивающие линейки. Интересно, мы ни разу еще не пробовали. То есть брать и обводить. Вот папа писать. Ну, в общем, они интересны. Я думаю, с ней попробуем. В следующем шкафчике вот так, и в следующем шкафчике вот так. Совершенно не закидано, как было раньше. Тут у меня вот так, потому что это ни в один шкафчик не влазит штука, но она тоже классная. А в этих у меня пластилиновые наборы. Все разобрала тоже, что куда. Оно вечно перепутывается, вот курица, яйцо и бритва, допустим, в наборе. Они валяются, яйцо отдельно, бритва отдельно. Все время надо вот так разбирать, но зато... Заглянул, взял один набор, с ребенком поиграл. И этот шкафчик вот так. Здесь много, очень много всего. Именно с кухней связанные всякие формочки. Пластилин вы видели. Я еще добавила сюда эти, которые делать стройку. А в крайнем шкафчике пока что тоже всякие пластилиновые штуки. Ну так они в разброс. Ну, в принципе, мне так удобно будет с ней играть. Так, что у нас тут у Кости тем временем? Что ты тут покажешь, что я сделал? Ну, сложил просто. Ну, хорошо, красиво. Музычку слушаешь? Да. Собрали опять больше, чем полмешка мусора. Это кошмар. Каждый день у нас такой огромный, если не 2 мешка собираются.
с нашей генеральной уборкой. И скоро Надя приедет, продукты привезет. Так, девчонки, девчоночки, а кто стол будет потом отмывать? Алис, ай-яй-яй. А ну давай за собой отмывай. Кто напачкал, тот должен и помыть. Мой столик. Ты же знаешь, нельзя на столике рисовать? Бери мой, давай. А он хорошо отмывается, кстати. Да, вообще. Люблю. Делай столик чистым. Ай-яй-яй-яй-яй. Я тоже все руками. Химичат тут, химичат. Так, я пока пластилин соберу. Да, Дашки нам очень не хватает. И с Алисой погулять, и с девчонками она бы с удовольствием погуляла. Ей там тоже скучно, наверное, ужасно. А ей, наверное, вас не хватает, Дашки. Да и Алиски тоже, наверное. Да. Алиса, будешь сегодня с Дашей говорить по вайберу? Ты Дашу помнишь? Так я же помню, Даша вчера с ней разговаривала. Даша. Даша, открывай, открывай. Открывать Даша? В окно смотрит. Нет, Даши тут нету, зайка. Даша нет. Даша дома. У себя. Даша дома. Мы же все уже. Да я уже и закончу. Теперь надо. Что они так торчат? Это расчесать. Ну-ка. Возьмешь две расчески. Что тут получилось? Да, ну, по очереди. Креативчик. Так и расческа сейчас красная станет. Ничего страшного, по-моему. Ужас. Прикольно, что получилось. Издалека лучше смотрится, конечно, чем вблизи. Ну, прикольно, да. Да, вблизи вообще. Необычно. Ужас. Жаль, нельзя так пойти погулять где-то. Может, я все-таки сейчас из этого сделаю косичку, потому что... Нет, что, пусть так будет. Смотрит. А ты умеешь косичку? Хотя как дреды, знаешь. Не, с четырех людей. А сейчас я их по очереди расчешу, потом... Да, все вместе просто, да, потом да, будет все нормально. Голобок. А, что, прикольно. Да. Как будто мокрые просто волосы. Надо папе пойти. Вот тут снизу еще. Да, зверька вообще классно. Придется назвать влог новая прическа Алисы. Все, папа, посмотри на дочь. Классный. Классный. А у нас это листы кончились, что ли? Пап, у меня дом. А что? Ты что, прическа? Да, круто. Еще и подкрасили. Очки где? Да не надо ей очки. Алиса, вымывай мой столик. Видишь, папа первое, что заметил, что ты рисуешь, где не надо. Да? Доти, идем в зеркальце, посмотрим, какая Алиса красивая. Пошли. Нет. У тебя тут такие красивые разноцветные косички. Пошли в зеркало посмотрим. Пойдем. Настя с Катей нарисовали тебе? Нет. Нет? Ты боишься эту Алису? Алиса себя испугалась. Да? Тут нарисовано, что можно еще вот так понадевать камушки и прядками раскрашивать. Это надо попробовать на Кате сделать. Что меня еще радует в этом карантине, что Алиса очень много времени с сестричками проводит. И их знает хорошо. Ты куда? А то вот если бы Катя в Киеве, например, училась, Алиса бы ее и не видела. А так растет с сестричками вместе. Кого ты там рисуешь? Коричневый открывались. Коричневый. Коричневый. Вот это пятно на белку похоже. А где? Вы делаете какую-то палитру цветов, да, Лисочка? Разноцветный какой-то рисунок. Бегает Алиска за кисточками. Почему-то за этим столом не хочет рисовать. Ей понравилась идея, что мы переставили столик под окно. Сейчас это
волю. Да. А как мне? А я не могу сразу. Давай. Я не раскачивайся. А как? Право-влево? Не получается. Получается. Нет, смотри. А что это у тебя не получается? О! А как мне отсоединиться-то? Как? А, я же с тобой связана. Давай, раскачивайся. Кать, подними меня выше. Я как трупик просто. И что, подскочала? Короче, ладно, давай я опускаюсь. Я не соединю. Давай, все. Да шо, я же не отсоединюсь вот от тебя. Так. О, все. А я теперь? Нет! А, можно было так. Привычная вечерняя постановочка. Он вообще ко мне первый раз за день подошел. Катя уже батонок Кости ревновать начинает. Мне присоединяется. Ну да, хоть один мужик у тебя. Что один лимон еще? То он уже не мужик. Ты что с ним сделала? Ты что с ним сделала? Он не мужик. Это не я, это доктора. А ты типа ни при чем. Нет, вообще ничего не знала. А вот батон мужик. Скоро тоже не будет. Еще. Вы что, собираетесь, что ли? Ну, Катя собиралась. Вон воняет сильно. Да, нет, да вообще он не воняет. Он когда в туалет ходит. Тоже перестал, кстати. Да, то что-то по молодости у него было. Да, у него прошло. Он просто бешеный. Бешеный? Как он бешеный? Ходит. Смотри, нет. Какой. Ты хочешь из него девочку сделать? Он все равно не будет. Он лимон что, изменился сильно? Он ничего не даст. Давай Даше будем звонить. Скажешь привет, Даша. У нас теперь будут вечерние говорушки с Дашей в Алиске. А ей видно будет, Дашка? Да. Сейчас мы звоним. Может быть, Даша купается? О! Алиса, привет! Привет! Еще раз! Скажи Даше привет! Сейчас. Привет, Алиса, как дела? Что делаешь? Вот ты вчера такая привет. Реакция была. Стеснялась. Да, Алиса, Даша! Скажи привет, Даша, Алиса! Привет, привет! Садись тогда! Скажи, стесняешься. Алисочка, поговори с Дашенькой. На, телефончик, на, поговори с Дашей. Прячется. Она стесняется. Она стесняется, Надь. На, держи. Даша. Алис, скажи, Даша. Как дела? Мое солнышко. Ты отключилась, все, а пока сказать. И пока не сказала Даша, да? Дашу спасибо. Спасибо, Даша. Все? Будем еще звонить, Даша? Еще. Еще позвоним? Ну ты и поговори с Дашей, ты не молчи. Ты скажи, Дашенька, как у тебя дела? В общем, мы пошли заносить продукты, те, что Надя нам привезла. Сейчас будем их промывать с мылом. А вам пока и до новых видео.